Приветики всем! Иду по улице, заказала суши, вот иду забирать. И потом на маникюрчик иду. Хочу просто снять видео, поделиться веселым настроением, потому что пришло небольшое лето к нам в августе, несмотря на то, что Ильинка просила Ильинку. И также я что-то тут так подумала, так как я увлекаюсь модой, может быть, попробую сделать какие-то модные новости на своем канале. То есть не только обычные новости, но и модные новости, коих я читаю и узнаю из тысячи разных источников, очень много. Ну, жду ваших ответов под видео. Желаю вам прекрасного настроения. Говорят, что август и сентябрь будет просто замечательный. И всех, в общем, целую, люблю, жду комментарии по поводу, стоит ли снимать новые модные новости. Кстати, и они бы выходили по пятницам. Я бы их, так сказать, аккумулировала за неделю и по пятницам бы выдавала бы на канале. И, кстати, еще какая у меня есть новинка. Значит, уже вышел влог за август и скоро будет обзорчик. Ну все, теперь точно всех целую, пока! Вот мой старый маникюрчик, он такой комиксный, и, как вы знаете, в последнее время я делаю именно комиксные маникюрчики. И сейчас хочу обновить, может быть, что-то серебряное такое себе сделать. Хочу еще похвастаться. Пришел мне такой чехольчик, пушистик Fendi. Очень мне нравится, вот так он выглядит. Симпатичный, из искусственного меха. Ну и раз хвастаюсь, так хвастаюсь, сделала себе, наклеила вот такую татуировку временную в виде такого козлика с розочкой. Сейчас иду по улице, у нас около метро Большевиков, где я живу, где несколько лет назад случилось непредсказуемо. Мы здесь шли с моими подружками. И сверху на нас пролетела мимо и ударилась об асфальт бутылка шампанского. В общем, несмотря на то, что дом здесь достаточно далеко находится от проезжей части, от пешеходной зоны, все равно нас чуть не пришибло этой бутылкой. И с тех пор я, честно говоря, так побаиваюсь ходить под окнами, потому что с этой стороны дома какие-то сумасшедшие люди жили. Вот пришла домой. Сделали мне ноготочки. Самые обычные, без черной окантовки. Так получилось, что сегодня внезапно записалась не к своему мастеру, а в салон. На самом деле, честно говоря, буду ждать своего мастера. Еще она заболела. Что-то такое, говорит, мигрень какая-то. Сейчас вообще в августе. Вот я заболела в самом начале августа. Артемка у меня приехала из Испании, тоже что-то приболел. И подруга у меня, Галя, никогда не болела. Говорит, заболела. Вот. И что-то все приболели. Я вот пошла к другому мастеру. И у нее не было времени выделывать мне вот эти черную окантовку. И вы знаете, когда вот все-таки бывают мастера, которые понимают, что надо. Вот у меня такой стиль, вот, что мне надо черная вот эта окантовка. И многие могут не понять, нафига она нужна. Вот. А может быть, это мой личный как бы стиль. Поэтому я буду ждать через 2 недельки, пойду к своему мастеру. Вот так вот. И у меня здесь еще вот лежит для вас, полеживает журнал Vogue на август. Жду не дождусь, уже его прочитала. Когда вот сниму видео в ближайшее время, обязательно для вас. Ну все, мы с пушистиком теперь уже наконец прощаемся. Всем пока!